Всем привет! В этом видео хочу поднять тему драк, амстафа, потому что есть такое мнение у некоторых людей, что если вот Стаффорд раз подерется с кем-то, то все, он потом будет драться со всеми подряд собаками и его не остановишь, то есть станет там драчливым. Но пойдем, хватит грызть. Слышь, что говорю? Эй! И то есть станет драчливым, будь драться со всеми собаками. И вот эту тему я хочу, на эту тему я хочу поговорить, потому что я с этим не согласен. Потому что вообще вот эта вся драчливость, все эти драки, это или есть в собаке, или этого нету, как правило. То есть вот пример простой. У меня собака. Она с какими-то собаками. Эй, рядом! Все, хватит грызть. У меня собака, она спокойная, но бывает может повздорить с другими собаками. Даже вот был случай, мы встретили овчарку, и овчарка была, она там, с ней были такие люди пожилые, то есть спокойная овчарка, она такая выращенная, видно, что не на охрану ничего, она очень спокойная, такая слегка трусоватая. И что произошло, моя собака, она как бы ей не понравилась, и она ее цапнула просто. То есть никто ни с кем не дрался, и в общем вот она ее цапнула типа. Но овчарка драться не стала, она как бы это отошла. Но суть в том, в чем, то что она ж не кусает других собак, у нее есть и знакомые собаки ее, как риджбэк там вот у нас на районе, с которыми она как бы дружит. И даже если взять какие-то разборки с другими собаками, где потасовки, это не передается на других собак. То есть у нее нельзя. Все, хватит, мне это надоело. Что ты грызешься? На чем я там остановился? То, что она выборочная с собаками. Какие-то нравятся, какие-то нет. И вот второй пример. У нас на районе то ли питбуль, то ли Стаффорд, я не знаю, я там особо не вникал, просто тоже какой-то бойцовский пес. Он вообще ни с кем по ходу дела не дрался и не сцеплялся, но он со всеми хочет подраться. Вот и думайте сами. Как бы, вот вам пример. Он ни с кем не дрался, он всегда на поводке, у него нет никаких шрамов, ничего. То есть, ну он просто рвется со всеми в бой. То есть как бы это или есть, но там кобель. Поэтому это или есть в собаке вот эта вот склонность к дракам, там, к разборкам, или нет. А то, что если там твоя собака с кем-то подерется и потом будет драться со всеми подряд, я не думаю, что это так. Если она, конечно, в адеквате и с ней как бы занимаются. Вот. В общем, я с этим не согласен, что если Стаффорд там подерется, все, он потом будет всех собак рвать, драть, ничего подобного. Вот я вам рассказал два примера про свою собаку, то что, ну, с некоторыми она может начать драться, конфликтовать, и по-прежнему она также будет дружить со своими собаками, и если ей какая-то встречная собака понравится, она с ней может найти общий язык. А и второй пример, где питбуль или так, стой. Стой! Сейчас там люди пройдут. Иди сюда. Иди сюда. Здесь пройдут. Все, пойдем.
И вот второй, на чем я там остановился, то, что второй пример, это то, что вот он, этот питбуль там или Стаффорд, который он-то и не дрался, он не дрался ни с кем, но он на всех бросается. Как бы вот вам. Так что... И в принципе все. Буду заканчивать. Потому что мы только вышли. Надо прогуляться, немного в себя прийти. Вот. Так что если видео понравилось, ставь лайк. Если не подписан на канал, то подписывайся. И подписывайся также на паблик ВКонтакте. Все, всем пока.